Что, раз, всех приветствую, мы продолжаем проходить прототип. Да. Прошли его чуть-чуть и будем проходить до конца. Прошлый раз остановились где-то там на каком-то задании, да? Поэтому сегодня пройдем побольше. На танке, да, танк. На танке катались, и потом я сказал, что я все продолжим. Поэтому, Саш, потом. Теплять обязательно, блядь, все кушать, блядь, еще пить, пить, питье воды. Смотрим. А мы начинаем. О, привет! Так, где здесь мы с вами остановились? Давай с тобой сегодня побегаем, знаешь, где? Интересно, погнали, кажется, по таким заданиям лайтовым, да? Вот по таким заданиям погнали, разгоняем. Погнали, сбегаем. Сегодня будем больше не по сюжету, наверное, проходить, а вот по этим таким заданиям. Проходим, походим, посмотрим. За все время эта игра вообще вау. Смотрите, как, наверное, Человек-паук на Соньке был. На Соньке, помните? Был Человек-паук, вот тут точно так же. Thank you.
Ну, тут добираться куда намного это. Улицы заражены, защищены как зараженными, так и охотниками. Их не так просто уничтожить. Ваша навыка почти неэффективна против таких целей. Используйте оружие, умную технику, разрушительный. Бля, не то. Просто надо было по дому стрелять, и все. Так, это мы с тобой прошли. Что за нога? Что это такое? Прыжки по карнизам. Ладно, погнали по основному сюжету с тобой, ладно. Уж, так и быть. Смогу на этом пролететь? Нет, конечно, не смогу. Давай пройдем, посмотрим, что да как. Считай, погромче сделал, наверное. Да. If they can track me, they can track Dana.
Дайте военным обнаружить убежище. Ну охуенно тут тема. Прям вообще вот прям мне нравится. Очень нравится. Как с ним стрелять-то, блядь?
У нас такого еще есть, но больше такого ничего нет, да? Не знаю, к чему это, кстати, это шумовидение, зачем оно здесь нужно, ну ладно. Допустим. Ой, блядь, а что он здесь делает-то? Погнали сюда. Бать того рот, что здесь происходит-то нахуй? Надо быстренько разберемся с этой хуйней все. Давай я в спину! Все сосать, сосать. Ууу, засчитало нам. А я-то переживал, блядь. Я думал, все, ББ там прям, прям на донышке, да, осталось? Жестко. Жестко. Сэр?
Вольно, капитан. Директор Майк Маллен. Поделись сведениями с капитаном. Это может помочь ему в выполнении задания. Мерсер, Зевс предоставится на клеточном уровне, меняет форму. Мы использовали образ ДНК, который вы достали, чтобы синтезировать патоген. В Зевсе патоген, возможно, сможет что-то там генерировать. Mercer isn't a he, it's an it. I will debrief you when you complete your mission. Dismissed. The captain always did have difficulty seeing the bigger picture. Блин, мне пока живучесть вот это прокачать. Ой, вот это вот. Давайте, ребят, я вот это сохраню. Мы перенесем все на следующую серию. Скажите, да, что-то... Да, ну ладно, но что-то коротко. Просто потому что. Как бы это не основная игра, на прохождение. Это так, добавка идет, да. Поэтому, если вам интересно, конечно, эта игра прям пиздец, как интересно, проявите всю свою активность, то будет серия подлиннее и побольше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Не сложно, мне приятно, за спасибо заранее за поддержку. Телеграм канал на ваших экранах, там инсайды и уведомления о видео, просто и все, чтобы вы были в курсе, когда выходит видео. Вот, поэтому, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте, не забывай подписаться на канал и ставь лайк, потому что мне это реально приятно, мотивирует делать дальше контент. Спасибо огромное. Все, давайте.